Вот сейчас такая интересная. Мы подъехали, специально назначили встречу. Это вот наши друзья с Японии. И операторская группа подъехала. И о туризме, о спорте во Владивостоке. Сейчас снимать будут. Ну, сейчас вместе посмотрим, чего там, как получится. Что-то где-то еще парочка русских медведей задерживается. Это вот мы находимся в парке Суханова. Вот сейчас не видно, если через него, то наш у Боревича 20, это телецентр там, наш Владивостокский. Ну, вот сейчас Ирина покажет нашим друзьям. И спиной вперед. И спиной вперед, нога с ногами. Наша молодежь все никак не может доехать. Потому что мы тут уже с ребятами на верхней, вот где повыше, которая площадка, где дорогой стоит. Прям на въезде. Давай. А вон они паркуются. Это они же, да? О, приветствую. Может пока пощупать свои колеса. Живую. Вот если одна пара, то другая пара. Мы пока оденемся. Что, какие-то козырные, да? Заказали. Ну просто по размеру. А что, нету народа еще? Японцы не пришли? Да уже ждем уже сколько времени. Не, ну, видишь как, готовы. Никто больше не приехал. Весь город. Все, больше сегодня никого не было. Все не уже остальные, кто заболел, кто не смог. Вот, да. Собрались. Максимум, что смогли сегодня собрать. Спасибо. Да, хотел как можно больше собрать, но... Катя вообще не отвечает. Медведи разбежались? Куда-то это... Под берлогом носит медведи. Хоть, хотя жируют, жируют. Хоть это. Хоть взаимозаметил, хоть совсем втроем. Потом он и розовым фламинго в нашей команде уже начали называть. Кто-то какими-то тропами. Японские наши друзья нас ведут. Нарушают. Восточный менталитет. Да. Вон. Команда здесь. Вот режиссерская тема. Сообразить нужно, куда поставить, куда пойти. Да. Распредели свои силы на последний отрезок. Прошел 1 час 20 минут. Будет. Так, естественно, да. Едешь туда?
наши японские друзья. Ходят, бродят. Так, русский медведь забрался. Нет, давай. Когда по прямой идешь, она не так страшная, как сверху. А сверху уже страшно. Вон они. Поехали, поехали, Ир, поехали. Колесом. Да вот же, Ир. Сейчас снимем. Сейчас я посмотрю. Небольшой. Ты об этом самый? Колесо отскочило от земли и ударилось.